еще помню, что у меня было, и я еще способен думать о том, что у меня может быть. Но если того уже не изменить, а это не случится, то, что у меня есть сегодня, я понимаю это как реальность. Если она вот так вот стоит, я не смогу, мне некомфортно. Она вот так вот, тогда мне гармонично. Я говорю, откуда это? Он говорит, ты вошел в пору понимания того, что называется гармонизацией пространства своего, которое тебя окружает. И внутри, и пространство, да? Что это такое? Движение времени, оно так ускорилось, что ты не успеваешь оглянуться вокруг. Это гармония. Это разница между пониманием главного и второстепенного. Угу. Это не в школе, да, не в институте. Нас не учит никто этому. То есть человек должен я к этому прийти сам. Знаю. Я, мне кажется, только-только что-то вообще в жизни и профессии стал понимать. Я сам с собой разговариваю, сам это говорю, только начал понимать. Вот несколько лет я только понял смысл гармонии души и тела, гармонии отношения с миром. Я только начинаю понимать. И если так будет продолжаться, то что такое гармоничное отношение с миром? Я отвечу на вопрос, когда...